Вторая катка. Вторая катка. В этот раз с великим чемпионом турнира Кирита будет играть Ларкос. Я наблюдаю. Карта говно, конечно, плохо. Я на одну и ту же карту бегаю, так же неинтересно. Да, хуй нет. Твое говно, блядь, с другом районом, брат. Ну другое возьми, там карта на 1 на 1, просто мой. А, ну эти самые лучшие. 6 городов. Башню леса не хочу, потому это что, значит... сука, там городов мало. Он, блядь, этим... 6 городов, это значит, что 3 города будет у каждого. Помимо первого города. 4 объекта, значит, по 2 объекта. Сейчас посмотрим, что за объекты. Оба за Винчи играют. Ларкос. Наш ютубер Кирита. Парень из Египта. Великий чемпион. Так быстренько, где вот эту херню сюда в угол, чтобы не мешало. Убираем это самое. Смотрим. Здесь пошло. По стандарту. Значит, что? По-любому разведчик. Вот он. Но он стоит. Так, все, полетел. Здесь у Кирита что? То же самое, но процветание. Золото пошло. Здесь, по-моему, опять не разведчик. Это самолет-разведчик. Это первый у него. Посмотрим на ХП. ХП шахтера. 120 он берет ХП. Он не надеется на разведку, на Тимонии. Ну, посмотрим, что это даст. Тимония у Ларкоса уже 80. Здесь меньше. Здесь что-то строится. Здесь строится, наверное, лаборатория. Да, строится телескоп. Будет строиться телескоп. Здесь, значит, строится 2 торговых по стандарту. Вначале всегда так. Но 2 разведчика, конечно, может какое-то преимущество дадут. Что изучает? Второе процветание Кирита изучает. Через что он хочет играть? Через часовых? Через Джакома? Неизвестно. Сейчас мы это увидим. Строятся рудокопы. Шахта заполняется. При том, что это уже вторая шахта. Что у Ларкоса с шахтой? У Ларкоса шахта без шахты. Только шахтеры. Где? Вот это первая шахта. Сюда отправляются рудокопы. Хотя Тимони у него был. Но построился район. Этим районом идет военный. Пошел отряд. Пока что строятся рудокопы. Ну, все правильно. Как бы добыча есть добыча. Уже 4. Здесь что? Здесь уже 5. И при том, что они с шахтой. Что построился здесь инком. 100 с лишним. Здесь у Ларкоса побольше. Ларкоса больше. Так, неизвестно за счет чего. Так, что это? Это имперские. Что они делают? Бегают здесь. А, не разведывали, наверное. Ладно. Будем считать, что все реликвии собраны. Особо тут уже нечего летать. Разве что полить какие-то города. Ну, смотрим, значит, что здесь по городам. Здесь треугольничек. Город 1, город 2, город 3. И тем же самым треугольничком здесь. Один у Кирита. Второй и третий, помимо первого города. Каким районом, значит, занимается у нас Кирита? Кирита у нас идет в третий торговый район. Что это? Это неизвестная доселе тактика. Да, он выкупает что-то. Выкупает шахту. Ну да, там плюс 3 механические шахтеры. Выгодно. Что у Ларкоса? По исследованиям что? Нету лаборатории, не исследуется пока. В то время как у Кирита уже есть 2 исследования. Качивает золото. Четвертым районом идет военный. Это как у этих, у Квотлов. Что по армии? Всего лишь 3 отряда здесь. Здесь тоже 3. Они все здесь. Здесь вызывается Дож. У Кирита вызывается. Кирита еще ничего не вызывается, но есть уже золото. Он может уже вызвать кого-то. Кого же он вызовет? Не строился еще телескоп. Вызывается Дож. Четвертый район построен. Здесь тоже четвертый район, все стоит нормально. Выкупился город у Ларкоса. Пошел военный. Дож уже призван. Пошел вперед. Скорее всего, на этот город метит. Этот будет выкупать, здесь будет военный строить. Здесь что? У Кирита еще не выкуплены города. Смотрим на золото Кирита. Его нет золота. Не может сейчас ничего себе позволить выкупить.
здесь 199, здесь. Еще дороже. Этот город может выкупить, а этот завоевывать. Или уже будет стычка. Если сейчас Ларкас да начнет нет, завоевывать этот город, у него будет огромное преимущество. Так, что здесь? Здесь торговые идут, развивается экономика. Так, три отряда Кирита, пол хп уже нету. И пошел давить. Яд и топтание. Неплохо. Но у Кирита, что есть у Кирита? У него уже есть дождь. Вот он, дождь, здесь изучается яд. Бля, неплохо, смотри, одним героем. По исследованию. Хотя он тебе сейчас то же самое. Ну стреляй, так, ты ебаный здесь дождь, блядь. Ходит он, сука. Да, долго готовил. О. Так, хочет под башней. Видит ли это Ларкас? Ну-ка отключим. Ларкас не видит башню. Ларкас не видит башню. Подойдет вперед. Увидит ли он башню? Успеет ли увидеть башню, чтобы снести ее? Он видит? Видит. Есть. Он сносит башню. Дош это увидел. Выстрел у него пока еще не изучен, да, возможно, только будет изучать. У Ларкаса он уже изучается. Это уже преимущество. Башню снес, башня переносится в другое место. Здесь есть лаборатория. Что же он будет здесь строить? Выкупил город. Два военных пошло. Поддержка. Этот город он пока себе позволить не может. У него нет золота, чтобы его покупать. Нет, но скоро уже будет. 129. Очень скоро он его возьмет. У обоих по два города. Но у Ларкаса здесь уже три торговых. Здесь три торговых и военный. По исследованиям что? Что-то кто-то купил. Купил шахту Ларкас. Здесь идет битва. Атакует шахту Дош. Ну, пока не лезет особо. Возможно, пойдет сейчас на героя, увидит его хп. Выстрела у него нет. А у этого Дожа есть выстрел. Надо задумываться о этом дворцовом районе, о первом. Кирита уже может себе позволить выкупить этот город. Золото у него есть 99. Возможно, он и забьет на это, потому что может и сам выкупиться. Так, строится здесь пушка. Нападает опять Ларкас. Идет вперед. Пойдут ли друг другу по пехоте? Пошел выстрел в Дожа. Сфокусит ли огонь на Доже? Киритовский дождь только учит. Здесь второй уровень дожа. Атака возрастает, хп возрастает. Атака 7. У этого дожа тоже атака 7. Тоже выучил. Так, пока что они расходятся. Выкупил город. Появились войска. Так, войска красного. Войска Кирита, смотрим. У Кирита послабее. Но у Кирита есть выстрел. Стреляет тоже. Стопорит его. Возможно, сейчас зафокусит. Но сейчас он уже сможет двигаться. Ну, нет, он дает промышленное. Прям и сможет убежать, не сможет. Все, уничтожает. Дает яд. Сейчас дебаф, возможно, его добьет. Снайперский выстрел. Что изучено здесь? Да. Исцеления у него нету, возможно, он. Нет, он пока не умирает. От яда он не умрет. Но он отступает. Здесь Дош уже более неплохо себя чувствует. Здесь у него почти полное ХП. Ну, конечно, здесь три города. Кирита пока еще не берет город. Строится дворцовый район. А у Ларкаса его нету. Нету дворцового района. Это вообще печаль. Что он будет изучать? Скорее всего, горное дело. Очень неплохо отходит постоянно. Падальщика сейчас расстреляют. Яд по пехоте очень неплохо дал. Так, так. Почти, почти равные силы. Остается только вопрос, заберет ли этот город Кирита. Сейчас он его, скорее всего, выкупит. Уже да, так. Сколько? 27. 27. У него есть уже дворцовый район. Это огромное преимущество. Он уже может строить крепость. Он уже может строить крепость. Но пока что у него нет Тимония. Пушка на защите шахты. Здесь строится промышленный. Стоит казарма.
пока что ничего не улучшается. Тут если нет играть особо золота, за эту расу, то получается, кто кого переспамит. Так что пиздану, блять. Ты типа порадуешься, потому что сосну так. Да не. Просто уровень игры приблизительно один и тот же. Так, пальца шахта. Что же по инкому? Предел населения. Что-то нужно делать с войсками, строить где-то военный район. Здесь он стоит сотку. Здесь он стоит тоже сотку. Здесь строится промышленный. Ну то есть уже 125 стоит. Здесь возможно построить сейчас. Но он скорее всего сейчас город построит здесь. Я прям точно знаю. Стопудово должен дворцовый строиться. Да. Да, изучает что? Сейчас посмотрим, что будет изучать. Скорее всего, стандарт. Первые монокуляры. Монокуляры, да. Улучшается атака, зона видимости и скорость. Наступает розовый. Кирита наступает. Сейчас будет атака какая-то. Какая-то битва здесь. Прямо здесь. Вот на этом поле. Посмотрел. Три часовых. Какая армия у него? 4 часовых. 7 отрядов у красного смотрим. У красного 2 часовых. И также отрядов. Дож подбитый, дожи можно да разнести. Я не понял. Что же будет строить? Скорее всего, где-то крепость уже должна у Кирита строиться. Так. Вынуждена вера. Изучает бур. Бур изучает. Улучшает паука. Он через пауков играет. Телескоп у него смотрит куда-то. Нет, ну-ка. Нет, никуда не смотрит. Блядь, как они снайперские выстрелы. Ты пока не откатился еще снайперский выстрел. Тебе повезло. Бля, он уже пауков. Но там 18 секунд. Он идет за ним. Дождь, скорее всего, будет убит. Он тебя добьет его. Пауком. Сейчас хп у него возрастет. Ну, может еще снайперским добить, если догонит. Отходит под город. У есть снайперские, можно по пауку дать. По дожу даст. Ну теперь точно. Друг друга дали. Ну красный дож умирает, а этот дож убегает. Включим. Этот дож убегает, все равно выживает. Этот герой выживает. Он постоянно выживает. Ну и вот эти вот пауки. Какой-то из них, кстати, буровой. Вот он, роющий паук. Ресурсов еще так много. Ну, героев не хочу. А, может быть, это яблоко? Откуда у него войско есть такое? Не знаю. Реально, пауков столько. Три паука. Металлических куча. Огромное войско. Что тут уже можно сделать? Здесь все нормально, по 3 района у всех. Пойдет захват сейчас. Вези. Зик пришел. Зик нормальный боец, очень мощный. Мощная наземная атака, 500 хп. Крутой боец. Механических уничтожает, разбирает очень быстро. Сейчас он, возможно, разнесет его. Просто съест вот эту херню. Призыв. Thank you.
что значит не обнаружили? Сейчас по-любому там территорию поселок будет строиться промышленная и крепость. Ну, это понятно. Ничего страшного. Добейте, добейте, сука. Да, блядь. Да, Зика добил. Ну, я думаю, Кирит ощущает преимущество и просто отходит. Территория у него больше, доступно рудников больше, и как бы ему нет смысла особо сейчас давить. Здесь призывается Дож. Здесь рудник раз, два, и вот этот третий. А этот он захватил. Сейчас он на него работает. Пошел Дож. Возможно, сейчас выучит выстрел. Да, учит выстрел. Прям по облаку. ХП снеслось. Строится крепость. Сфокусил ее. Вовремя сфокусил. Дожа забрал. Возит Дожа, не хочет его потерять. Отступает. Но зачем? Но у него и служба столько. Тактическое преимущество. И того и того. Сколько у Данил? Данил, у тебя там пушечка стоит. Я знаю. Будут ли забирать четвертый город? Пока что с тремя городами играют. Что здесь на базе будет делать Кирита? Там войско, его куча войск. Хотя, в общем-то, по пределам населения одинаково. 76-77. Ну, атакуя здесь, он будет пушками разносить город вон тот. Он их видит. Кирит их видит. А ну, по идее, он пушки разносит. Вот это подобное ему войско, наверное, они тут огромные. Ничего такое. Он убил пиму. А что, у тебя пушки возвращаются? А что мне делать, да? Там стоять, что я кому пизды даст.
Че у нас? Да, выкупился ладно, город. Вот это неплохо, это очень четкий ход. Что же с дворцовым? Тимония пока на дворцовый нет. Пока нету. И пошло замес. О, пошел замес в центре. Здесь механические послабее, но их кажется, что больше. Сколько же здесь у Кирита? У Кирита их больше, и они помощнее. Отхиливаются. Что с дожем? Неизученный луч, урон 125, а здесь? Вот здесь изученный, здесь 250 урон. Откатится через полминуты. Здесь военные очень-очень кстати. Поддержка пехоты будет мощна к пушкам. И тот город, если брать. Смотрим, что делает дож. У дожа красного 790. Розовый топчет пехоту смело. Очень смело. Сейчас ловит луч. Нет, луч еще не откатился. Нет, изучает. Ну по нему уже смысла не отдавать луч. Блюдок матвы. О, неплохо, неплохо. О, да, неплохо. Уничтожил. Раз на раз герои были уничтожены. Сначала красный, потом розовый. Дождь в опасности. Но сейчас ему уже ничего не страшно. Поддержка идет. Идет серьезно. Так, что там вышло, говоришь? Да, ты сейчас его украли. Ларкаса не изучен Жиггернаут. Если призвать второго героя, я бы хотел так сделать. Сколько у хилки? Было бы вообще класс. С поддержкой Джакома, с его хилкой. Это нужна пехота. Опит ли он на это Джакома или нет, но это будет очень круто. Нет, у него пока нету. Возможно, город будет строить. Он уже потратил. Здесь что? Два дворцовых стоит уже по. Вот ты и потратил. Так, захватывается город, уже проблемы Кирита. А ты что, где грабли войска спрятал? Да не пусти. Жиггернаут топчет часовых. Ну конечно, его некому разбивать, этот Жиггернаут. Кстати, призывается дож Кирита. 19%. Что у Ларкаса? Дож хилится. Что здесь? Ларкас, что за хуйня творится? Я поставил на Кирита косар, блядь, ты чё там выигрываешь? Военное преимущество юзы, Ларкас. Так, все, ебальнички закрыли, а то косар, блядь, будете мне отдавать. Я бы Кирита все равно отбивали. Он пауков не делал. Не, в любом случае пацан в турнире доказал, кто он такой. Ага.
23 секунды. Забрал. Собрал дожа. Мило пользуйся дирижаблем. Улучшает пушку. Улучшает. Писец. Это вылазка стоила, пусть все ходят. Идет наступление Кирита. Видит, этот Ларкас отходит. Подбивает караван немножко. Но караван-то у него с охеренным хп. Супер. Стан по дожу. Фокусит, уничтожает. Не успеет, беги, Форест, беги. Ну и будет фокусить, скорее всего, от дирижабли. Вот он. Тут бежит к дирижаблю, все правильно. Спас дожа. Пошли, блядь, приколы и с дирижаблями, блядь. Но он постоянно использует. Ну это считается очень круто, что прячешь дирижабль, героя спасаешь. Герой важная штука, очень важная. С кем он отрабатывал этот прием? Не в полевых же условиях. Ты у него... Золото. Так, кстати, что стоит этот город? 530 для Кирита, а для Ларкаса 519. Золота у него пока нету. Призывается герой. Алексей, ага, что там? Скажи мне, один механический воин развалит два отряда мушкетеров? Ну, на каком этапе улучшения они будут? Ну, блять, на первом этапе, например, оба. Не-не-не, если оба, то нет. Если он будет улучшенный, а они не улучшенные, то тогда может быть. Так он может топтать их, например, нет? Нет. Пока они, блять, не охуеют. Он не может топтать. Кто, механические? Нет, конечно. Это только он, пауки могут топтать. Он расталкивает, ну, по крайней мере, он расталкивает точно, по-моему. Нет, он не расталкивает. Это он во время удара просто несколько чувачков раскидывает. Ясно. Ну это как рассеянная атака или что-то типа того. Гада не рискуешь так войска отделять. Че? Ну типа он же может окружить тебя сейчас. Нихрена ты погнал, блин. Офигеть. Как бороться с вражеским изнашиванием вот этим на территории, если ты не квотал? Дирижабль использовать. Все. Да, типа это. На дирижабль. А, получается, дирижабль на себя весь урон принимает, да, пока ты. Нет, он просто полностью нейтрализирует урон от изматывания тем войскам, которые находятся в зоне его поддержки. Охуеть! Я об этом даже не знал. Да ну нафиг. Так это и вообще имба. Молот летит уже. Так это я тут. Так у дирижабля, наверное, и этот рейндж больше. Какой рейндж? А, радиус? Нет, такой же, в общем-то. Просто визуально показал, что больше не сидит. А куда у тебя там перехватчики полетели, да?
Напряженная катка уже полчаса идет. Очень мощно атакует землю истребитель, но сейчас он уже будет уничтожен. Джиггернаут уже давно есть у Кирита. Один вроде был слит. Да, городов больше. А сколько стоит у Кирита? Я этого донес. Да, ну почти одинаково. О, ты сейчас можешь ваншотить. Да он так он, да. А сейчас он дирижабль его засунь, да. Ну, да. Дерзаем. Но мне все равно накачалось еще быстро. А, ну, зато вынес журнал. И в копеек пачках у него, ну, случайно. Авиация не делает. Механический воин так просто от них ничего не сделает. Это третьего уровня, похоже. Это уровень слабо. Нет, второго уровня. Так, что здесь? О, покажи, что там у него на севере пушки работают. Да. А, там даже Джиггернаут есть. Нихрена. Тебе бы на основном фланге начинал победить. Что нахуй на снимке? Батя он быстро выхилил. Сука, разбираю. Ебать! Максимум, серьезно, полностью? А, ну да, он же шкилку-то, ну, золото сначала на максимум. Или до третьего уровня. У тебя уже 4 уровня героя, а у него только 3. Ого. Теперь ваншот пути. Ваншот пути. А чё, ты уже не будешь спасать? Я вижу, блядь. Дирижабль встанет, сука, это какой-то прикол, блядь, или чё, пранк, на? Как он мог быть встанет? Не откликается. А ты что там бункер собрался ставить, блин? Да. Нихрена. Мощно. Доска. Я на тебе. Могу его караван уже несколько раз. А он же постоянно летает и обстреливает его войска. Ничего не летает. Ну торгуйтесь с чем-нибудь, ебаный бот. Я бунтик, доставайте.
А ты чё? Ой, это ты как юзнул вообще. Два карабана. Ух, какая сочная добыча, да? Прям перед тобой. Ух, эти карабаны. Двести тридцать девять стоит, серьезно? Это у Кирита, да? Ты выкуп нажми, заебись будет. Ты его оставил с меня, говорю. А потом он тебя один не припасит. Ну тут уже Аркас будет давить, потому что смысла не давить нету. Тоже нету демония, нету территории, мало, торговля закончилась, когда город забрали. Все, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 городов против двух, уже все. Но тизерля пока не знаю. Спасибо, что почел за меня. Кархер, хер знает, что значит кархер. Тут уже ничего не сделать, уже призыв 200 стоит, и он не сыграет роли, этот дож. Армия у Аркаса просто больше. Плюс 5 в рейтинг, минус 5 обратно у Кирита, плюс 5 у Аркасу. Будет топтать пехоту пауками. Ну, кстати, когда топчат большую. Ну, они скоро. Тем более, когда не лучше. Ну, не сдохнут скоро, это уже ничего страшного. Копит ресурсы, что он делает? Что он хочет? Тут разъебывается столица. Есть у него еще крепость. Разъебывается все. А ну на! Ты серьезно? Да я просто улучшение сделал. А, улучшение. Все, да. Все. Да, блять, он жесткий пиздец. Ну надо же, у тебя даже получилось победить его. Неплохо.